друзья, так просто быть людьми, когда без вычурности строк на три аккорда ля, ре, ми ложится музыка костров, когда души хрусталик чист, а вдохновение океан, сойдут 16 строк на лист, как пластырь от душевных ран. Приглашается Андрей Григорьев с песней «Хрусталь». Мне, собственно, кроме «Добрый вечер» и сказать нечего, все сказано в песне. Я тут к жизни вернул пару старых гитар, тех, что родом из богом забытой страны, где гитару позволить мог только гусар. Но однажды проснувшись, все стали равны, и гитары равны, как солдаты в строю. Отыграв добросовестно лет 50, в благодарность за верную службу свою в обрамлении грамот висят. Это радостный, творческий, бурный порыв, столь несвойственный прежде служителю муз, хоть на час папы Карла себя ощутив, совершенствовать формы на собственный вкус и вернуть той, что в щепки разбито в сердцах, звонкий голос безудержной горной реки и салфеткой, пропитанной потом с лица, оттирать к шпатлевке портки. А потом среди ночи поставить колки, потому что терпеть больше не в моготу, но качини в ночи исполнять не с руки. Да и джазом к чему ворошить темноту. А вот визбор, хоть грифа не видно в упор, не нарушит уютный соседский покой. Это просто на ощупь попасть в доминор, что роднит с немудреной строкой. И подумалось мне, что для этих гитар лучше песен никто никогда не строчил. И таежный дымок над хрущевкой витал, но наутро сосед телевизор включил. Вроде гладкие рифмы сюжету подстать, и аккорды за стенкой на слух хороши. Остается, дружище, гитарой блистать, если мутен хрусталик души. Браво!